Всем привет, друзья! У вас возникают вопросы, почему на многих прошивках Xiaomi Redmi Note 8 Pro, которые на МТК, гугловские приложения, звонилка и SMS, вот такие вот. И что делать, можно ли вернуть привычные уже MIUI-ные. MIUI-ные приложения Dialer и SMS есть только в прошивках индонезийская либо China. Так как сборок на основе China сейчас нету, то нужно шить либо на Индонезию, что я сейчас и сделаю, либо ждать патча, уже некоторые патчи появляются, замены этих приложений в прошивках Global, EEA и Russia. В индонезийской прошивке ничего плохого не обнаружено, и все полностью работает, есть и выбор любого региона, и Google сервисы. Я уже пользуюсь несколько дней, и все отлично, все лучше даже, чем в глобалке. На сегодня есть прошивка Global, то есть Mi EEA, это для Европейского Союза, русская RU, индонезийская ID, которую я поставил, индийская EN и китайская CN. Все, спасибо, ребята, до встречи.